Более 150 студентов из университетов-побратимов приняли участие в обсуждении научных исследований в сфере туризма и спортивного менеджмента. Это светлые умы из Франции, Австрии, Германии, Великобритании и Абхазии. Сегодня были зачитаны лучшие исследовательские работы в сфере рекреации, спорта и туризма. Говорили и о межкультурной коммуникации и языковой подготовке. Не обошли также тему волонтерского движения. Многие студенты в своих работах подняли тему строительства, дизайна и эксплуатации спортивных и рекреационных объектов. Участники научно-практической конференции посвятили свои самостоятельные исследования и социокультурным аспектам безбарьерных коммуникаций в олимпийском и паралимпийском пространстве. По результатам международной студенческой конференции будет издан сборник, куда войдут все научные исследования, привезенные в Сочи. В таких конференциях мы проводим отбор, мы реально видим людей, которые являются нашим будущим, которые придут на смену преподавателям, которые работают сейчас, которые сумеют защитить диссертации на актуальные, необходимые народному хозяйству темы.